На ковре в красном кругу борется Александра Карамзина, Республика Саха-Якутия, Центр Республиканский центр спортивной подготовки. Александра тренируется под руководством Кирилла Колодезникова, первый тренер Василий Степанов. Бронзовый призер международного турнира Кубок Ивана Ярыгина 2023 года. В синем кругу борется Мария Тюмилевна, Кемеровская область, мастер спорта международного класса. Тренеры Владимир Чепченов, Григорий Брайков, первый тренер Юрий Тюмилевна. Обладательница бронзовой медали спартакиады Семенович, победительница первенства Европы 2021 года. На ковре цель. Красном трико Федора Постников, Республика Саха-Якутия. Мастер спорта России. Региональный центр спортивной подготовки «Триумф», город Якутск. Борец в синем трико. Удар Мондуш, Республика Тыван. Кандидат в мастера спорта. Спортивная школа Олимпийского резерва. На ковре победа держала Сейдан Ахунов, Ханты-Мансийский автономный округ. На ковер приглашаются борцы весовой категории с 57 килограммов, 1/16 финала. Владимир Виенко, Оренбург, Гаджимагомед Ахмедов, Дагестан.
На ковре на красном трико борется Владимир Ниенко, мастер спорта, представитель города Оренбург. Является победителем первенства России 2019 года среди кадетов. Тренируется под руководством Сергея Смыковского. Борец с синим трико Хаджимагомед Ахмедов, мастер спорта Дагестан. Тренируется под руководством Юсупа Ахмедова. Магомедова. Шарипутдинова Магомед Гаджи. Является бронзовым призером международного турнира Али Алиева 2023 года. На ковре «Б» победила Мария Тюмилихова, Кемеровская область. Приглашаются спортсменки весовой категории до 59 килограмм. Жаргалма Церемпилова, Бурятия, Дарья Герасимова, Новгородская область. На ковре цель победу одержал Федор Постников, Республика Саха-Якутия.